Здравствуйте, видеозрители, с вами Валерий. В этом видео покажу бесплатный корм для рыбок. Вот у нас крапива. Берем верхушки пакетом, прям нарываем немного. Кормлю я их сомиков, анциструсов и малинези. Вот нарвал верхний вы пакетом, прям чтобы не обжечься, и поедем домой, посмотрим, что я буду с этим делать. В моем аквариуме 3 малинези плавают, вот, и приблизительно 20 сомиков. Есть маленькие сомики и есть большие, прячутся они пока. Сейчас сварю им крапиву, расскажу, как ее правильно варить, и увидим, как они ее будут поедать за милую душу. И кот еще. Но кота мы крапивой кормить не будем. Берем маленькую мисочку и наши листья от крапивы. Миска у меня почернела из-за крапивы. Приблизительно у меня 20 сомиков, 22 и 3 малинези. Берем самые молодые листья, которые большие попались. Их можно будет... Вот у меня самые молодые верхушки. Приблизительно листьев 10 я варю поменьше. Вот. Палки я выкидываю. И включаем нашу конфорку. Берем ложку, потопим на среднем огне, варю минутку-две, как закипит. Варилась она у нас почти 2 минуты, я ее выключил, она остыла уже. Многие промывают, я ее просто отжимаю от воды. Отжал вот так. Вот такой получился маленький брикетик. Ну, идем к рыбкам, посмотрим, как они будут это все есть. Выключаем фильтр и кидаем наш корм для рыб. Сейчас он рассыпушится и будет тонуть вниз. Как видим, малинези сразу на него напали. Начинают его клевать. Сомики ожидают снизу. Сейчас это все потонет. Все, отстань ты от меня. Сомики уже ожидают на дне. Крапивы летом много, то есть где-нибудь ее сорвать не проблема. Так можно их кормить кабачком, огурцом, капустой. Капусту нужно варить побольше, минут 5-6 хотя бы, потому что она жесткая. И посмотрим через минут 5, что здесь будет. Малинези прям любят крапиву, как видим, они ее прям объедают. Вон пришел один сомик маленький. И сейчас придут все сомики. Поймут, что их кормят. Еще пришли ты роя сомиков больших. Вот они почти все и подъели. Еще, конечно, много. Сейчас вот пришли все сомики. Все они едят. Все они довольные.
Полинезии, видимо, уже едят неохотно, уже наелись, скорее всего. Посмотрим, что будет дальше. Прошло минут 25, и как видим, остался маленький-маленький кусочек крапивы, который уже никому не нужен. Сомики все сытые, малинези все сытые. А вот еще один ест маленький кусочек, доедают. Вот они должны съесть приблизительно за полчаса максимум, они уже будут сыты. Если это все останется много крапивы на ночь, вода будет потихонечку портиться. С вами был Валерий на своем канале. До новых встреч!